Ну вот TCS 90, очень классный плейрок, такой рекордер-диктофон, тоже винтажный, но выглядит довольно свеженьким. Вот, у него два варианта питания, точнее три, от адаптера, от плоского аккумулятора пластинки и от вот таких вот пальчиковых батареек. Сейчас мы их воткнем, обе плюсом кверху. Так, закрыли. О, заряд еще есть. Так. А здесь... Да, вот так. Серенада такая. Ну, вот у 60-й модели она хоть попроще, но у нее динамик в два раза больше, и, соответственно, качество звука и громкость повыше. С другой стороны, он выглядит вот так. Довольно чистенький, прям как новый. Воткнем кассетку. Внешний динамик особого качества не дает, конечно, но через наушники очень приятно слушается. То есть даже могу сказать, что что-то близкое к деке кассетной. Посмотрим, что у нас по Прикольный бипер, кстати.
Вот такая вот машинка.